Приветствую всех в своей цветочной истории. Сегодня самая яркая часть моего обзора, самые яркие акценты, такие вот красивые цветы я оставила на десерт. Вот такая красота, уже практически готовый подарок на любой праздник. В сочетании с красивой упаковкой это просто невероятно шикарный и дорогой подарок. Вот такие вот сорта, махровые, разных расцветок. Пока еще не все расцвели. Жду каждый бутон с нетерпением. Что же он мне выдаст? Какой сюрприз еще он мне преподнесет? Это сорт «Красные чернила». Такой вот красивый, яркий, насыщенные такие цвета. Такую крапинку красную. Очень красивый цветок. Дальше идет букет, просто уже готовый букет. Цветов здесь уже даже не сосчитать. И еще бутоны. Такой красивый пушистый куст. Вот такие расцвели недавно буквально. Тоже, но они пока мелковатые немножко. Со вторым цветением они будут намного крупнее. Но расцветка, конечно, отличная. Яркая-яркая кокетка. Сорт императрица называется. Вот такая вот махровая глоксиния расцвела. Пока один цветочек здесь, но там внутри бутонов, наверное, больше 15 штук. Это моя бегония набирает цвет потихонечку. Дальше идет пеларгония, цвет фуксии. Здесь я могу предложить вот таких малышек глоксини. Их можно вырастить самим буквально через пару недель. Они будут уже вот такими же красивыми, раскидистыми, шикарными кустиками. Расцветок там тоже много. А это каланхоэ. До сегодняшнего дня я его нигде не показывала, ничего о нем не рассказывала. Но сейчас, я думаю, повод есть. Он просто усыпан бутонами. Он все-таки начинает зацветать. Я очень долго ждала, когда он соберется цвести. Для меня это огромный-огромный сюрприз. Вот такие вот пушистые кусты. И все усыпаны просто бутонами. Где-то, наверное, тоже через неделю-две они уже будут цвести. Расцветок тоже очень много. И малиновые, оранжевые, есть махровые сорта, тоже несколько видов. Белые, желтые, розовые, такие крупные цветы. Будем ждать с нетерпением. Очень красивые. Так они выглядят в цветущем состоянии. Это вот те расцветки, которые у меня есть в наличии. Собирала я их долго, где только могла. Покупала некоторые сорта. Ну, здесь опять у меня руки потянулись снять вам, еще раз показать свои глоксинии. Такой вот уже готовый, абсолютно готовый подарок. Просто кустик такой, букет шикарных цветов. Вот так он выглядит. Здесь даже упаковка ему не нужна, по-моему. Отлично. Многие цветы у меня уже забрали.
Эти только начинают расцветать. Тоже махровый сорт, но цвет еще не могу сказать, какой. Здесь у меня рассада декоративного перца. Сеяла я его на заказ. Мне заказывали такой перчик вырастить. Он уже вот в таком состоянии. Выглядит он во взрослом виде вот так, вот так. Будем ждать, когда он вырастет. Всем пока. Спасибо всем.